Добрый вечер, дорогие друзья. Bonsoir, mesdames et messieurs. Good evening, ladies and gentlemen. Bonjour, erev tov. Я рад вас приветствовать на фестивале «Джазовая провинция». Ну и я, конечно же, с большим удовольствием хочу сказать вам о том, что какая джазовая провинция может быть без классики, без академической классической музыки. Первое произведение, которое я хочу сыграть, это одно из поздних сочинений, более поздних сочинений Фредерика Шопена, «Полонез ля бемоль мажор», героический, опус 53. Thank you.